Единством сильна Беларусь. В столице прошел велопробег, посвященный Дню народного единства. А вот как это было, увидите прямо сейчас. В данном мероприятии приняло участие более 150 человек. Волонтеры движения БРСМ «Доброе сердце» из всех регионов страны, а также представители православной, католической, иудейской, мусульманской конфессии и их молодежных групп. Стартовал велопробег перед храмом всех святых, где участники посетили крипту храма-памятника, которая напоминает всем о трагических и героических страницах истории белорусского народа, а также провели молитву за мир. После этого велосипедисты отправились к мемориальному комплексу «Тростенец», преодолев расстояние в 17 километров. Маршрут будет пролегать через спальные районы города Минска, ну и не только, это проспекты. Ребята подчеркнуто взяли национальную символику, даже небольшое там ожидается фаер-шоу с шашками, с музыкой, но вместе с тем, конечно, подъезжая к Тростенцу, запланированное и митинг-реквием, когда ребята, во-первых, почтят память и возложат цветы. Присоединиться к велопробегу «Единством сильна Беларусь» мог любой желающий, что и сделала мисс Беларусь-2023 Элеонора Качаловская. Сегодня я участвую в такой уникальной, я бы сказала, акции. Она сочетает в себе не только спортивные аспекты, это велопробег, мы знаем, то есть спорт, а как знаем, в здоровом теле здоровый дух, но это гораздо глубже и более важная акция, потому что она комбинирует в себе память, историю и единую цель, которая соединяет сегодня всех нас. На таком масштабном мероприятии не обошлось и без сюрпризов. Главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси Григорий Абрамович пришел не с пустыми руками. У евреев принято вкушать на праздник, у нас скоро еврейский Новый год, халу, булочку. И в Беларуси всегда халой делились евреи со всеми, кто приходил в гости. Мы испекли халу в виде велосипеда. Ну так, чтобы было и форма, и содержание одновременно. Молодые люди, принявшие участие в велопробеге, с гордостью рассказывают, почему они решили это сделать. Ничто так не объединяет, как спортивные мероприятия. Это еще спортивные мероприятия, которые приходят именно в церкви. Это святое дело. Очень интересный маршрут по городу. Все места памятные мы тоже можем увидеть и поддержать, показать, какая солидарность у нас, какое единство. Это такой момент консолидации белорусского общества, и тем более не случайно выбранные объекты, которые сегодня, скажем так, объединяют, это и вера, да, это и историко-культурное наследие Беларуси. Этот велопробег – одно из многих мероприятий, проводимых в преддверии Дня народного единства, которое показывает, что единством сильна Беларусь.